Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Борисович Моторин. Добрый вечер, Иван Борисович. Добрый вечер. Иван Борисович, завершилось первое полугодие. Какими показателями характеризуется экономическая ситуация в Чувашии? Вот оправдались ли опасения, что политические тенденции, экономические тенденции каким-то образом негативно повлияют на экономику регионов, ну, в частности, экономику Чувашии? Ну, экономика характеризуется разнонаправленными действиями. В принципе, те прогнозные показатели, которые в конце года делало правительство и корректировали уже по ходу текущего исполнения социально-экономического прогноза, они сегодня оправдываются, и мы можем видеть, что ряд отраслей неплохо себя чувствует. Это в первую очередь сельское хозяйство. Есть определенные положительные показатели на сегодня в жилищном строительстве, но в то же время в области промышленности, поступления бюджетных назначений, оборот, розничный оборот, объем платных услуг, на них характеризуются все-таки отрицательные тенденции. Пока она укладывается в прогнозные показатели, и вот если говорить о промышленности, то по полугодию мы имели индекс менее 90%, то вот сейчас вышла статистика буквально июльская, промышленность чуть-чуть прибавила 2%, 91,8%, поэтому если ряд предприятий, которые, ну, это опять же, в первую очередь предприятия концерна «Тракторные заводы», если они, как планируется, после вот мероприятий по урегулированию долговой нагрузки заработают осенью в полную силу, то мы можем ликвидировать большую часть отставания и уложиться в прогноз по промышленности где-то в пределах 97-96%. Иван Борисович, а если не брать в среднем показатель, если, допустим, вот исключить машиностроение, остальные отрасли себя как чувствуют? То есть по ком еще ударило? Или кто, наоборот, воспользовался ситуацией? Ну, если брать промышленность, у нас 12 основных подвидов, да, и можно говорить, что половина сегодня находится в положительной зоне, половина в отрицательной. Но если конкретно, производство пищевых продуктов и напитков у нас выше 100%, электротехническая отрасль тоже имеет положительную динамику. Тем не менее, говорили в начале года, что как раз у электротехнической отрасли возникли проблемы, потому что они потеряли часть рынка. Ну, о потере рынка нет. О потере рынка тогда речь не шла. Наоборот, с учетом импортозамещения, подорожания продукции иностранных компаний, а это в первую очередь их конкуренты, наши электротехнических предприятий. Естественно, у них, наверное, больше сложностей с реализацией продукции, так как она подорожала практически в два раза. Сложности у электротехников были в следующих направлениях. Это сокращение инвестиционных программ основных потребителей, первое. И второе, ухудшение дисциплины в расчетах. То есть мы это сегодня видим, что по большинству наших предприятий данного подвида промышленности идет наращивание дебиторской задолженности. То есть, соответственно, ухудшение расчетов с потребителями продукции. Но в целом электротехники, они с начала года были в положительной зоне. То есть и данное направление сохраняет. Сложнее это транспортное машиностроение, здесь довольно низкие показатели, химики пока ниже 100%. Есть сложности у деревообработки, вот, то есть вот эти отрасли пока показывают отрицательную динамику. Разнонаправленность в строительстве, если мы видим, что жилищное строительство у нас и по итогам полугодия, и по 7 месяцам значительно превышает показатели прошлого года, там на 10-13%, то сам строительный подряд, он у нас характеризуется ниже 100%, по итогам 7 месяцев это 90,8%. То есть это о чем говорит? О том, что те площадки по многоквартирным домам, которые были заложены в 2013-2014 годах, они, естественно, так как это есть обязательства строительных компаний, они сегодня вводятся, этот задел, который был сделан. И мы видим, что вот по 7 месяцам положительные тенденции
но к концу года все-таки прогнозируем, что этот показатель будет снижаться, и необходимо отраслевым министерствам вместе с муниципалитетами, строительными компаниями поработать, чтобы вот удержаться в положительной зоне. А вот уже строительный подряд, он как раз характеризуется теми работами, которые выполняются именно в текущем году, 2015. И здесь мы видим, что уже все-таки объемы работ ниже, чем в 2014 году. Вот это как раз характеризует сложности, которые имеют место в экономике. Иван Борисович, какие методы, какие способы, какие меры есть в распоряжении Министерства ведомств, чтобы вот выровнять ситуацию, ну, в каждом направлении? То есть на какую поддержку могут рассчитывать предприятия, испытывающие затруднения? В феврале был подписан главой республики антикризисный план действий правительства республики, и мы в рамках него работаем. Какие меры? Это все-таки те формы поддержки, которые были по отраслям заложены как в региональном бюджете. Это сохранены все направления поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности. То есть, вот если брать по промышленным предприятиям, порядка 250 миллионов рублей различные предприятия получили в виде субсидий, как из федерального бюджета, так и из регионального. Порядка 260 миллионов сохранилось на поддержку малого и среднего бизнеса. Ну а суммы по сельскому хозяйству характеризуются миллиардными объемами, и сегодня, в принципе, в полном объеме они поступают, соответственно, товаропроизводителям. Наша задача вот, довести целевые субсидии до конкретного потребителя. По сельскому хозяйству речь идет в основном о субсидировании процентной ставки по кредитам. Предприниматели, промышленные предприятия могут рассчитывать на такую же поддержку? Ну, мы ориентируемся на федеральный план. Федеральный план антикризисных мер, и там целый ряд форм поддержки ориентирован именно на промышленность. Что это? Это проектное финансирование, то есть, соответственно, если у промышленников есть серьезный проект по инвестированию в развитие отрасли, он может, и мы заявляем эти проекты в отраслевые министерства. Это Минпромторг, в первую очередь, и Минэкономразвитие, где комиссионно рассматривается и принимается там решение об оказании или не оказании помощи поддержки. Здесь, так если привести какие-то предприятия, это Химпром сегодня работает по выделению вот, средств на проектное финансирование, ООО «Керамика» по реализации проекта. Но это такая точечная работа, которая, в принципе, в первую очередь должны делать сами предприятия. Там есть конкретный перечень документов, которые предстоят. Ну и уже окончательное решение вот, со стороны федеральных ведомств. Следующий большой блок поддержки со стороны, в первую очередь, федерального правительства, это выделение бюджетных кредитов для региональных бюджетов. Мы для рефинансирования коммерческих кредитов уже получили в этом году 3,3 миллиарда рублей и под ставку 0,1%. Ну, соответственно, мы снижаем расходы на обслуживание долга, ну и более стабильная характеристика долговой нагрузки у нас. И вот до конца года поступит порядка еще до 3 миллиардов рублей, мы прогнозируем максимально, тоже вот по бюджетному кредиту рефинансируем тех обязательств, которые у нас имеются. Естественно, это добавит устойчивости бюджета и более стабильному планированию наших взаимоотношений вот со своими кредиторами, так как основным кредитором будет все-таки правительство Российской Федерации. Также создан фонд поддержки промышленности на федеральном уровне, который конкретно рассматривает, опять же, проекты наших предприятий. Целый ряд предприятий в различных отраслях уже получили поддержку, в том числе на субсидирование процентных ставок по ранее выданным кредитам. То есть работа, она точечно ведется. И большой блок такое направление поддержки, это дополнительная программа занятости, которая у нас разработана, прошла межведомственную комиссию на федеральном уровне. Мы на сегодня ждем выхода распоряжения правительства Российской Федерации о конкретном поступлении средств на поддержку вот наиболее нуждающихся предприятий. Но также сохраняется в этом плане и весь объем инвестиций, который планировался для региона. В первую очередь, это субсидии для дорожного строительства, и мы уже большую часть средств
получили. Это программа поддержки сельского хозяйства, развития сельских территорий. Там также имеется и дорожное строительство, строительство сельских школ, там, ну и целый ряд направлений. Мы также участвуем в этом, получаем средства. Продолжается финансирование объектов инвестиционного характера, которые вошли в федеральную адресную инвестиционную программу. То есть это дает возможность работы нашему строительному комплексу. Это и спортивные объекты, и строительство объектов федеральной собственности. То есть это дает развиваться региональному, соответственно, и экономике, и бюджету в дальнейшем. Также на федеральном уровне поддержана ипотека. То есть это тоже драйв для наших строителей. Если мы в начале года, со слов именно строительных компаний и с того мониторинга, который ведет министерство, видели, что значительно замедлилась выдача ипотечных кредитов, продажа вообще в целом квартир. Ну, вот буквально была встреча главы с ведущими строительными компаниями региона, где как раз высказывают, что в июне, в июле уже пошло оживление, и в первую очередь это было связано с теми мерами, которые реализовало правительство Российской Федерации, ну и то, что делается на региональном уровне. В начале года говорили, что работа с бюджетом, исполнение бюджета возможно по трем сценариям. Обычный, кризисный, там даже называлось такой, как стресс-сценарий. По какому сценарию развиваются сегодня события? Ну, вы назвали как раз три. Это базовый, это кризисный, ну и стресс-сценарий. Базовый подразумевал рост собственных доходов где-то порядка 8%. Сегодня полугодие мы закончили 105,2. Если смотреть по 7 месяцам, сейчас уже выше, где-то 101,4%. То есть мы видим, что мы идем ниже базового развития экономики и поступления средств в бюджет, но лучше, чем... Ну и кризисом это тоже нельзя назвать. Лучше, чем кризисный, который подразумевал порядка 93% от тех доходов, которые мы планировали. Но все-таки мы видим, что бюджет исполняется очень напряженно, в первую очередь по таким видам доходов, это как налог на прибыль организации и НДФЛ. То есть мы здесь значительно ниже 100%. С учетом того, что львиная доля доходов формируется за счет поступления двух вот этих налогов, ну и плюс имущественные налоги, которые тоже ниже 100%. Это говорит о том, что напряжение с исполнением бюджета, она имеет место, и, соответственно, на сегодня идет ограничение по целому ряду направлений расходов. То есть мы ту практику, которая была внедрена в начале года, мы ее не снимаем. Готовим сейчас внесение изменений в бюджет. Он будет внесен, наверное, где-то в сентябре месяце. И там уже будут более четко расставлены акценты, уже исходя из вот всех сценарных событий, которые базируются на фактическом исполнении по 7-8 месяцам. Иван Борисович, ну, все-таки о приятных вещах поговорим. Вот одна из самых хороших новостей первого полугодия, что Чувашия получила достаточно высокий рейтинг инвестиционной привлекательности. Вот на какой эффект от этого можно рассчитывать? Возможно, он уже проявляется. Ну, эффект, в первую очередь, это то, что инвесторы видят Чувашию в своих планах, принимает решения не только наши компании, которые традиционно вкладывали в развитие региона, и мы благодарны это инвесторам нашим, которые имеют корни в Чувашии, но и компании, которые имеют общероссийское значение, иностранные компании, они продолжают инвестировать. Ну, вы знаете, вот японская компания, которая сейчас уже вошла в активную стадию реализации проекта и фактически смонтировано оборудование, прошло обучение персонала, и в конечном в счете мы должны получить первые результаты вот данных инвестиций. Был завершен проект о керамике, это испанская компания Рока, порядка 1 000 000 000 рублей вложили в увеличение и расширение своего производства, и сейчас заявили о планах, что в дальнейшем планируют инвестиции. Это активное инвестирование в сельское хозяйство целого ряда компаний, и Агрохолдинг Юрма, там, и Аконт, который, и Мурнавский мясокомбинат, которые заявили о реализации крупных
крупных проектов, и в это кризисное время продолжает их реализовывать, серьезно улучшая инвестиционный климат. Поэтому мы надеемся, что это не последний раз, когда Чуваш попал в рейтинг ОСИ, вот, агентств стратегических инициатив. Мы продолжаем работать в этом направлении, и нам еще предстоит очень много сделать. Запускаем вторую очередь технопарка в этом году. Надеемся, что получим отдачу от предпринимателей как республики, так и тех, кто нам придет из других регионов или из-за рубежа. В первую очередь открытость, понятность процедур, вот, и оказание всяческой поддержки со стороны правительства и муниципалитетов в первую очередь. Прогнозы все-таки дело не совсем благодарное, но в экономике без этого никак не обойтись. Как вы считаете, как будет складываться ситуация во втором полугодии и на какие, может быть, показатели мы вполне можем рассчитывать? Ну, прогноз-то, в общем-то, он сделан, он обозначен. Буквально недели две назад рассматривался прогноз на правительстве республики. Были даны поручения главой скорректировать ряд показателей. Правительство это сделало. И, соответственно, это наш ориентир для нашей работы. Там есть как положительная динамика, это, как я уже сказал, сельское хозяйство, жилищное строительство. Есть и скромные итоги текущего года, это по промышленности, где мы не укладываемся пока в 100%. Довольно консервативный прогноз по исполнению бюджета, по заработной плате, то есть обороту розничной торговли. Я в целом, наверное, чтобы не грузить показателями, скажу так, что если мы сохраним общую тенденцию на уровне следующего года по основным показателям, да, мы, в принципе, выполним задачу, поставленную перед правительством главой республики. То есть вот где-то 100% к 2014 году по основным показателям это будет несомненный успех, так как негативные прогнозы даются и на уровне Российской Федерации. Поэтому прогнозировать сейчас значительно лучшие показатели по отношению к Российской Федерации, наверное, будет опрометчиво, с учетом того, что если промышленность брать, то мы там на 80-90% ориентированы все-таки на общероссийский рынок. Соответственно, финансовые средства, бюджет, вы знаете, порядка там 40% формируется все-таки за счет поступлений из федерального бюджета. То есть мы, в общем-то, вписаны в общую экономическую модель Российской Федерации. Поэтому здесь вот наш эффект, в первую очередь, это необходимо расширять инвестиционную активность, о чем вот мы с вами говорили, да, там создание благоприятных условий для бизнеса. И сегодня бизнес дает отдачу. Мы видим по полугодию у нас положительный динамик по малому и среднему бизнесу. Это и в области занятости, и уплаты налогов. То есть вот в первую очередь, если мы создадим вот эти положительные, благоприятные инвест-климат для нашего бизнеса, то мы можем рассчитывать и на показатели лучше наших прогнозных и тех, которые есть в среднем по России. А так, в целом, вот я ориентирую где-то на показатели 2014 года. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас в студии был председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин. Спасибо за внимание.